Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Край Эфир. В последней серии мы были в каком-то непонятном месте. После этого прошло где-то 4 дня, я снова сел за игру, потому что она меня доконала, мне нужно было от нее отдохнуть. И теперь у меня мало здоровья, но я помню, что где-то вот тут у нас, да, тут у нас лежит аптечка. Так что давайте-ка мы выкинем пока кувалду, возьмем... Так, блин. С этим Mass Effect'ом, там пробелом все использовать. Теперь буду пробел, похоже, нажимать, чтобы использовать. Прохожу Mass Effect. Ну, Mass Effect, конечно, это да. Это хорошо. Просто шикарная игра. Так, отлично. Берем свою кувалду. Да, блин, опять пробел нажимаю. Хорошо. Так, что мы делаем? Принесите оба предохранителя с голубой линии, чтобы сбежать. Куда сбежать? Чтобы сбежать на вот этом, что ли, поезде. Что там светится? А, ну все понятно. Все, я знаю, что делать. Хорошо. Надеюсь, сейчас без происшествий доберемся до этой... как ее назвать? Ну, вы поняли. Вроде как врагов быть не должно. Не знаю, посмотрим. Я вообще не помню, честно говоря, куда идти, потому что уже отвык от данной игры. К тому же сегодня я вообще ушатанный просто. Очень сильно упахался на работе. Так, а тут мы не были, то есть мы тут были, но как-то это все было не так в прошлый раз. Ну, вы помните, да? Все было плохо. Ничего на полу не лежит. Честно говоря, вообще не помню, куда идти. Куда идти? По-моему, я правильно иду. Но если неправильно, это будет печально. Но, по крайней мере, здесь врагов не должно быть. Так, блин, опять пробел нажимаю. Блин, теперь мне это долго еще аукаться будет, похоже, в разных играх. То, что в Mass Effect подходишь к чему-нибудь, чтобы использовать. Нажимаешь пробел, и она используется. Это проблема. Да твою мать! Ты смотри, на автомате уже. Так, ладно. То у меня после этой игры была проблема, я во всех остальных играх разучился перезаряжаться, потому что патроны было жалко. То теперь... тихо. Что-то показалось. Теперь будем прыгать, да? Чуть что. Так, раз, два... А, инвентарь полон. Блин! Твою мать! Я думаю, я сейчас ставлю туда эти предохранители. Ага, а как я теперь войду? Тоже интересный вопрос. А, то есть там же был выход, что это блюдо? Где-то здесь, по-моему, да? Отвык к чертовой матери, вообще просто капитально. Где у нас тут дверь была? Так, мне, похоже, нужно пробежать сейчас через эту станцию метро. Мать твою, завтра. Ты подойдешь ко мне, нет? Чтоб ты мог застрелиться. А я порадовался за тебя. Ладно, хоть так. А мать твою, мать!
Вроде в голову стрелял. Так, ладно. Это все хорошо, конечно. Только я вообще ничего не помню. Как можно... А, это ты? Ну, здравствуй. Вот, по-моему, эта дверь. Нет. Ой, где мои мозги? Или вот она? Да, это она, по-моему. Хорошо. Будем надеяться, что это она. Я, честно говоря, не помню, но, по-моему, вроде как ОМО. А, по идее, мне нужно ли возвращаться в итоге за своим ВП? Я, честно говоря, не знаю. Потому что патронов для него я давно не встречал. Да, блин, пробил. Я думаю, не знаю, скорее всего, не будем возвращаться даже за ним. В принципе, оружия хватает. И, по идее, сейчас мы... Тихо. Да что ж такое происходит, а? Мистика какая-то. Так, мы сохранимся, во-первых, сейчас. Пойдем вставим эти два предохранителя. Так. Ну и, собственно, погнали, что ли? Не знаю, может, надо было сходить за патронами. Посмотрим. Но я сохранился, по крайней мере, если что, можно будет сгонять. Так, что, куда мы поехали на этой мотычке? Домой, я надеюсь. Надеюсь, уже что-то страшно начнется, потому что это уже как-то, блин, последние серии две не особо шло. Back to the train. Снова в поезде сижу, как дурак. Такое ощущение, как будто я всего несколько секунд назад здесь ехал. Так, думай разумно. Меня ударила машина, очнулся. Эти твари пытаются убить меня с тех пор. Что вообще со мной происходит? Мама говорит мне возвращаться домой, но зачем? Как это все решит? Я даже с полицией связаться не могу. Все через жопу. Может, у меня галлюцинации? Не, может, на самом деле? Или дело в чем-то другом? Продолжаю думать про этого доктора. Но он-то долбанутый явно. Но, может, он со мной что-нибудь сделал? Носит этот противогаз. Может, это вообще все не настоящее? Я запутался. Очень запутался. Так много вопросов. Ответов нет. Ладно, посмотрим, до дома доберемся, что произойдет. Ну да. Кто б тебе дал? Опять какая-то непонятка у нас, похоже. Так, это все хорошо, сохранялка у нас. Я хочу свою ногу назад. Сохранимся мы куда-нибудь сюда. Так, не поддается, не открывается.
вниз дверь. Ух ты, твою мать! Фу, так, ладно. Твою дивизию. Да дохни ты, мать! А! Так, со здоровьем проблемы. Эти твари меня быстро убьют, я чувствую. Подожди, зачем мне с пистолетом фонарик? Ой, что-то я туплю сегодня. Блин. Это плохо кончится. Ладно. По крайней мере, укрытие есть, уже радует. Блин, ну когда-нибудь в этой игре что-нибудь пойдет по плану, нет? Или может это... Блин. Мне хана. Еще одна такая вылезет, а она вылезет. Смотрите, еще коридор какой длинный. И мне хана. Блин, вот были бы эти не ручки, а? Давай, тварь. Уф, так. Блин, ну дайте аптечку. Смотрите, у меня здоровье вообще на нуле просто. Еще темнота, супер. М16. Мне бы лучше аптечку. Так, ладно, не спешим. Аккуратно. Блин, опять ручки лежат. Я уж обрадовался. Так, ладно. Блин, я все-таки с пистолетом лучше все видно. Я даже не знаю. Дохни ты, мать твою, за ногу. Хорошо. Блин, аптечку, ребят. Хоть один шприц. Ну теперь-то я, по крайней мере... Ой-ой-ой, вот это точно хана. А! Уф, прямо над головой пролетело. Ах, скотина. Так, ладно. Теперь я знаю, как с ним воевать. Знает, куда они будут выскакивать. Так что все у нас получится. Так-то жизнь у меня порядочно.
Так, один готов. Сейчас второй вылезет справа. Включай его фонарик, братин. Да блин, как ты. Фух. Ладно. Не спешим. Спешка нужна при ловле. Ох. Так, хорошо. Более-менее нормально. Падай! На бак! Хорошо. Да твою мать! Я уже забыл, как вас тут много. Так, так. И вот так. Хорошо. Надо быть осторожным. Еще будет? Нет, я не помню. По-моему, не будет больше. Так, ладно, тут сейчас, по-моему... Нет, в вагоне ничего не будет. Хорошо. А вот тут сейчас полезут эти... ребятушки. Один, второй, третий. Хорошо. В этот раз, согласитесь, все у нас идет поглаже, да? Ой, 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 ой. Заговорился. Так, ладно. Еще будет? А вот тут мы уже, по-моему, не были. Так, патроны. Патроны для М16 это хорошо. Еще бы у него фонарик был. Вот ты. Да твою мать, да прячься ты. Фу, так. Это что такое? Да твою же, сколько вас тут, блин. Еще будут, нет? Пассажиры. Нога! Ладно. Я даже знаю, куда ее нести. Это не откроется, надо понимать, да? Хорошо. Берем ногу. Так, я надеюсь, назад хотя бы дорога будет более спокойной. Ладно, опять же, больше сложно, чем страшно. Так, тут потихоньку проходим. Что-то я чую какую-то лажу. В предыдущей серии, конечно, был обосрач. Признаю это. Но по большей части что-то последняя серия 3 игра не так пугает.
Уф, так, ладно. Подожди, тут был выключен свет, нет? Так, вот сюда надо ставить ногу, а там у нас сохранение. Давайте сохранимся. Скажем, вот сюда. Ну, в этот раз получше гораздо все прошло. А ногу, значит, вот чемодан. Хорошо. Что произошло? Твою мать. Полный финиш. Shit. Черт, моя сумка. Так, сохраняемся. Офигеть. Блин. У меня ничего нет. Супер. Тихо. Без нервов, ребятушки. Давай быстрее, что-то застрял. Давай, ну. Да прыгай ты, мать твою, за ногу. Давай, давай. Блях, мы сейчас убьемся. Ох, куда идти? Куда? 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 Мне хана. Прыгай. А, ну что ж ты застреваешь ты на ровном месте, урод. О, давай, давай, давай. Давай, братка, ну не застревай, блин, под конец. Успел? Фу, блин, что-то адреналинчик ухапнул. Так, хорошо. Блин, надо ли мне его сейчас использовать? Так, у меня 3 слота теперь, отлично. Сумка моя ушла. Найди свой путь через лес. Вот в лесу еще только не были. И фонаря даже нет. Так, нужно взять один из этих светильников, говорит. Better than nothing, I guess. Лучше, чем ничего. Ух ты, как амнезии прям. Так, ну ладно, перед тем, как входить в лес, я думаю, мы прекратим данную серию. В следующей будем разбираться, что там. Мне уже жутко, честно говоря, от этого места. Я думаю, следующая серия будет очень страшной. Как бы там ни было, увидимся в ней. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.